Добрый день, друзья! Рада вас всех здесь видеть. Сегодня мы проводим очередную встречу проекта книги, которые сформировали мой мир. Наш сегодняшний гость, герой Михаил Визель, который у нас на этой критик, писатель, переводчик, главный редактор портала «Год литературы», который у нас сегодня на расхват, он прямо от нас побежит. Вот туда артист. Артист. Да, у меня тоже такая есть. Где написано «артист». Это те, кто выступает на главной сцене. Но, тем не менее, мы начинаем. Мы, конечно, не успеем прогуляться по всему списку. Надеюсь, мы когда-нибудь продолжим. Но, тем не менее, мы говорим о любимых книгах. Мы говорим о самых важных книгах в жизни. Но все-таки не удерживаюсь от любимого вопроса. Я не прошу к нему подготовиться. Любимая сказка детства, Миш? «Волшебник из Изумрудного города». Все очень просто. Ага. Никакого здесь тайного смысла нет, просто эта книга была у нас дома. И я ее знаю от корки до корки, ну, так уж получилось. Ты себя кем там чувствовал? Конечно же, я себя там чувствовал тем самым страшилой. Ну, то есть в детстве так... Сейчас совершенно не задумываюсь, вот просто страшилой и все. Ага. То есть я просто начинаю думать, как эта книга повлияла на твою дальнейшую жизнь. Знаешь, наверное, повлияло тем, что я полюбил красивые книжки с красивыми картинками полноцветными. И сейчас я ими занимаюсь, я в том числе это не перечислил, я веду серию «Ласка пресс» в издательском доме «Городец». Эта серия посвящена переводным книжкам-картинкам. И вот, видимо, сейчас задним числом, отвечая на твой вопрос, я понимаю, что да, видимо, та красивая книжка. Я сейчас, естественно, не помню, кто был художник, но если я ее увижу, я мгновенно ее вспомню. Видимо, она отложила отпечаток. А что, нету, не сохранилось, да? Нет, книжка? Что ты. Я даже не знаю, где она. Ни у родителей, ни у бабушки. Не знаю, где она. Видимо, кому-то отдали дальше по эстафете. Она улетела к волшебнику. Да. В Изумрудный город. Первый у нас Пушкин. Ты назвал Пушкина, причем назвал не поэзию, как обычно традиционно называют, а назвал тома, том 6 и 10. Да. Вернее, 7 и 10, критика и публицистика. Да, да, совершенно верно. Я назвал именно эти два тома десятитомника 1977-79 годов Ленинградского отделения Академии наук, потому что действительно эти два тома этого десятитомника сыграли колоссальную роль в моей профессиональной и личной жизни. Потому что я сейчас работаю шеф-редактором портала, я профессиональный журналист, при этом я никакого журфака и близко не заканчивал. Моим журфаком был именно 7-й том Пушкина, где собрана его критика, и именно от него я учился. Ну, тому, что называется стилем, тому, что называется, Миш, как бы. Это называется «Я себя под Пушкиным чищу». Да, я прекрасно понимаю, что далеко не я, то есть, ну, практически все сочинители, которые что-то пишут по-русски, разумеется, они так или иначе себя соотносят с Пушкиным. Разумеется, я не уникален, это было бы смешно. Но вот именно в моем случае я это чувствую очень отчетливо. А что касается тома 10, где собраны его письма, от самых первых лицейских до самых последних, написанных, собственно, в день дуэли. Я закончил литературный институт, но я закончил его как переводчик. И прозе, кстати, писанию прозы я не учился, ну, нигде. И для меня вот учебником, так сказать, то, что сейчас называется creative writing, стали именно письма Пушкина. Меня, опять-таки, как-то я впитывал, я их довольно хорошо знаю, практически наизусть, и да, как бы вот впитывал, как можно менять стиль в зависимости от своего адресата, от того, кому ты обращаешься со своим посланием, в каких-то с ним отношениях, от почти что непристойных до неприступно холодных, и все это писалось буквально в один день, буквально одним пером, буквально вот на одном столе. Особенно это наглядно проявилось, когда вот я выпустил книжку под названием «Пушкин, Болдин и карантин», где подробно разбираю те 19 писем, которые Пушкин написал во время своего трехмесячного пребывания в Болдине. Там я это разобрал очень подробно, и вот там вот это мне было очень наглядно видно, что в один день он пишет игривое письмо Плетневу, очень нежное письмо своей невесте Наташе и очень холодное, официальное, чопорное письмо ее дедушке, которого неофициальным образом в письме другому человеку он просто называет дедушка-свинья. Но, разумеется, ему он этого не пишет, а пишет совершенно по-другому. Так что да, я, конечно, весь этот десятитомник знаю хорошо, но вот именно эти два тома сыграли определяющую роль в моей профессиональной жизни. Дальше у нас явная преемственность. После Пушкина у тебя Мандельштам. Мандельштам, да. Осип Мандельштам, конечно. И здесь, опять-таки, надо говорить о личном. Я мальчик не из литературной семьи.
Я мальчик из семьи простого советского инженера, доктора технических наук впоследствии, и его жены, моей мамы, преподавательницы медицинского училища, ну, что называется, такая техническая интеллигенция, советская, московская. И я никогда, значит, у меня никогда не было дома чего-то такого запрещенного, какого-то самиздата, каких-то там копирок слепых. И с поэзией современной, я, ну как современной, с поэзией Серебряного века, с поэзией, значит, непоцензурной, такой полуцензурной, я познакомился, непозволительно поздно. Буквально в 19-м году, то есть когда мне было 19 лет, в 89-м году, мне попала в руки случайно тоненькая книжка Мандельштама под названием «Камень». Ну, я знал тогда уже имя Мандельштама, но ни одной строки его не читал. И буквально с первой строки, которую я почитал, звук осторожный и глухой, плода сорвавшегося с древа, вот, я, меня это так-то поразило, что я понял, что, как бы, вот, оказывается, стихи могут быть не только такие, как у Пушкина, но и вот такие вот, как у Мандельштама. Это если коротко. Опять-таки, я совершенно не претендую на уникальность. Понятно, что Осип Мандельштам потому-то великий поэт, что он на многих очень мальчиков и девочек действовал подобным образом. Я в их числе. Единственная разница, что со мной случилось, повторяю, непозволительно поздно. С того времени я понял, что именно это то, чем я хочу заниматься. Ну и вот как-то вот с теми или иными вариациями занимаюсь. Это сколько тебе лет было? 19. Ну, может, 19, ну, да. Может, 20. Ну, конечно, это непозволительно поздно. А дальше неожиданная книга. Я всегда обращаю особое внимание на книги, которые попадаются впервые, потому что проект существует давно, лет 10 уже, поэтому уже понимаю примерно картинку. И ни разу, эту книгу ни разу не называли. Называли, скажем, отца Александра Шмемана, да, называли, да. А вот Александра Меня, сына человеческого, не называли ни разу. Ну, мне очень странно. Мне это очень странно, потому что, мне кажется, очень важная книга. Опять-таки, я абсолютно не претендую на уникальность. Я абсолютно не выпендриваюсь. Это такое, что называется, хит отца Александра. Я не был его там духовным чадом, ничего такого. Но именно эта книга меня, ну, не то что привела к христианству, Боже сохрани, я не практикующий никаких религий человек. Но именно благодаря Александру Мене, его книге «Сын человеческий», я, опять-таки, гораздо острее и ближе как-то лично заинтересовался вопросами, так сказать, духовности, того, что сейчас называется, вопросами религии, вопросами своего места в мире не только материальном, но и, значит, но и мире духовном. Да? И все это произошло благодаря вот этой, ну, прямо сказать, такой прозелитской книге, да? Это, кстати, книге, как называется, слово вылетело из главы, катехизирующей, да? Катехизирующей книги отца Александра Меня. Я, как бы, это был первый пример, когда для меня первый пример, когда о божественном, там, о Христе, да, там, о христианстве можно говорить не, там, не каким-то церковно-славянским слогом, да, там, иже есть, там, иже херувимы, а говорить языком, ну, как бы, высокообразованного, культурного, интеллигентного, но, как бы, человека, который не встает там на какие-то кафедры, не на какие-то амвоны, а просто рассказывает о том, что ему очень близко, очень интересно, с уважением к собеседнику, ко мне, то есть к читателю. И это вот меня и тоже... очень заразительно. Да, и очень заразительно. Главное. Да, это казалось очень заразительно. И, кстати, он же эту книгу начал писать в 15 лет, насколько я знаю. Там же такая там история у этой книги очень интересная. Я не знаю насчет 15 лет, ну видимо, первая, да, версия. Да, да. Да, я знаю, что я, то издание, с которым я познакомился, это было брюссельское издание, как бы еще там издатское. Это было такое, что называется, я вспоминаю с наслаждением, было такое, что называется когнитивный диссонанс, когда в то время я учился в самом первом техническом вузе, и у нас буквально в нашем году, на нашем потоке, на нашем курсе, значит, историю, как называется, научный коммунизм заменили на что-то такое, там, история там чего-то... Религии. Не, история религии, какой-то гуманитарный предмет, но, естественно, люди остались все те же. И когда, значит, я там дядьке преподавателю, который лет 40 преподавал историю, значит, историю КПСС, принес курсовую работу, основанную на «Сыне человеческом» Александра Меня, на книге, изданной в Брюсселе. Он, что называется, скрипнул зубами, но вот перестройка, значит, он искренне старался перестроиться, и вот, что называется, меня не погнал, а даже попытался вникнуть. Ну, смотри, дальше Гумилев, Булгаков, Хлебников. О ком захочешь говорить больше? Говорить, естественно. Но если бы у нас время было, мы бы обо всех поговорили, да. Я в этом уверена. Ну вот самый важный для тебя, пожалуй. Ну, вот давайте начнем с Хлебникова. Он не самый важный, он самый любопытный, потому что с Хлебниковым я должен повиниться. Я единственный раз в жизни украл книгу из библиотеки. Это книга Хлебникова.
Это вот, если вы, наверное, ну, вы, наверное, ты, Лариса, точно знаешь, такой большой черный том. Да, ну, разумеется, да, который у меня есть, естественно, да, у тебя есть наверняка. Да, у меня он есть ровно потому, что я украл его из библиотеки Института химического машиностроения, в котором я учился. Ну, я бы не стал этому хлопать. Слушай, печать-то было, зачистил, печать зачистил. Да нет, зачем? Ну как, ну я украл, естественно, сказал, что я ее потерял, там какие-то другие книжки в качестве компенсации, значит, им принес. Но вот эта книжка у меня с тех пор стоит, потому что я тогда полагал и сейчас полагаю, что мне она, наверное, была нужнее, чем большинству студентов, которые хотели быть инженерами в области химической промышленности. Вот. Так что это очень важная для меня книга. И кроме того, ну, помимо того, этого, значит, такого курьезного факта, сомнительного, конечно, поэтика Хлебникова, конечно, обращение Хлебникова со словом, его обращение как бы к слову, к глубинным слоям слова, конечно, для всякого человека, который что-то пытается писать по-русски, конечно, обязательно к знакомству, конечно, обязательно к изучению. Так что, да, что тут говорить. «Степной вол Гессе». Знаешь, вот ты меня удивил, потому что мне кажется, что эта книжка очень устарела. Возможно, но это тоже для меня был прорыв, повторяю еще раз. Я мальчик не из литературной семьи. И, кроме того, я германофоб, прямо сказать. А мои занятия итальянской литературой меня сделали германофобом. Потому что как бы две противоположные крайности европейского менталитета. Да, вот, и любя Италию, трудно любить Германию и, ну, кстати, немецкий дух. Что, да, в твоем сердце наоборот. Оба не помещаются? А? В твоем сердце оба не помещаются? Ну, оставь покой мое сердце. В общем, ну, в общем, короче говоря, для меня немецкая литература, какие-то такие высокодуховные, высокоинтеллектуальные чуваки, там, застегнутые на все пуговицы, там, в галстуках, да, толкующие на своем айне-кляне, значит, нахт мужик, о чем-то очень высокодуховном. И вот стал я читать Гессе, а именно поначалу «Степного волка», и я понял, что это, блин, это же настоящий панк. Это же вот под своим этим айне-кляне пиджаком это настоящий панк, с такими жирнющими тараканами в голове, что Сид Вишес просто там значит, на том свете поперхнется от зависти. И для меня это тоже был важный момент. Я как бы понял, что не обязательно быть панком с иракезом на голове, можно быть панком в пиджаке, застегнутым на все пуговицы. Это даже круче. Вот, поэтому я очень люблю Гессе и, так сказать, тоже нескромно чувствую свою с ним какую-то связь, именно в том смысле, что я как бы внешне стараюсь все-таки быть благополучным, ну там, несмотря на красные штаны, но сейчас это уже как бы тоже, никого уже этим не удивишь. А в душе до сих пор себя чувствую каким-то панком, там, неспровергателем, но стараюсь сделать это так, чтобы это было интересно не только потому, что это панк, но и потому, что там какое-то содержание есть. Теперь книга, мимо которой я пройти не могу. Я понимаю, почему ты ее назвал. Книга совершенно замечательная, и тоже ее называют впервые. Это книга «Песчинок». Фантастическая проза Латинской Америки, собранная Всеволодом Багно, насколько я помню. Да, совершенно верно. Но опять-таки, это личная история. Это личная история. Я купил ее, купил ее, значит, на каком-то поэтическом фестивале, одном из первых в Лужниках, году 89-м тоже, или в 90-м. Тогда все было впервые и вновь. Большой поэтический фестиваль в Лужниках, там какие-то книжные развалы, там вот эта книга. Я там знал, ну, я знал из нее имена Борхеса, разумеется, знал имена Кортасара, ну, собственно, я их знал только по именам. И благодаря этой книге в мою жизнь вошел Борхес. Конечно, я понимаю, что я сам, вот как человек, носитель того типа сознания, которому, значит, ярчайшим примером и выразительным является Борхес. Да, вот это вот, ну, то, что называется постмодернистское мышление, мир как библиотека, мир, значит, как вот собрание возможных всяких кажемостей и непонятно, где одно в другое перетекает, явных там скрытых и вымышленных самим автором цитат, конечно, мне все это было очень близко. Я с наслаждением вспоминаю, как вот мы, когда у меня, ну, уже сильно позже, когда у меня родилась дочь, мы с моей женой сидели за утренним кофе, обсуждали как раз эссе Борхеса «Оправдание Василида», где речь идет о гностицизме, о сефиротах, каббалистике, в общем, о всяких головоломных материях, там, о 247 сферах творения и эманациях божества. Вот, мы все это обсуждаем, а наша там двух- или там, трехлетняя дочь сидит в стульчике и внимательно все это слушает. Я в тот момент включил видеокамеру, это записал, вспоминаю это с огромным удовольствием. Ну, как бы дочка дочкой, но штука в том, что Борхес, что называется, дал мне такую прививку того, что называется в нашей обыденной речи постмодернизмом. Поэтому он мне важен.
Ну, кроме всего прочего, этот сборник был первый, который представил российскому читателю картину латиноамериканскую, именно картину. Да, да, именно панораму, совершенно верно. То есть это не единичное явление, это целая панорама. Стало понятно, что, почему, откуда, как, да, преемственность. Теперь я пропускаю несколько книг, потому что Миша смотрит на часы, и мы тоже. Книгу, которую не могу обойти, вернее, автора, это Умберто Эко. Знаю, почему ты назвал «Картонки Миневры», потому что Миша ее один из переводчиков этой книги. Да, да. Умберто Эко мне позволил войти в профессию переводчика. Хотя я закончил Литинститут как переводчик, я опять-таки, как в случае с Борхесом, вот этот тип мышления, который Эко олицетворяет, мне близок, бессмысленно себя, так сказать, от себя пытаться уйти. Конечно, вот эта поэтика цитаты, поэтика библиографии, конечно, мне близка. Как бы я ни пытался от себя уйти. И я купил в 95 году в Риме, будучи первый раз в Италии, купил одну из его книжек эссеистики. Он называется «Дицционарио минимо», то есть «Необходимый дневник», если буквально. И перевел из него одно небольшое эссе, которое, значит, «Ничтоже сумняшись» послал для публикации тогда еще в русский журнал «Рус.ру», если кто помнит этот ресурс. Они мне сказали, что да, Михаил, охотно опубликуем, но надо учиться согласием права обладателя. И тогда еще более, значит, набравшись наглости, ничтоже сумняшись, написал в издательстве «Симпозиум» Саше Кононову, с которым я тогда, естественно, не был знаком, которые вот тогда были издателями «Эко». И мне Александр Кононов, которым я тогда не был знаком, написал, что «Михаил, я бы хотел вам это запретить, публикацию, но не могу, потому что рассказик совсем маленький, поэтому он как бы подпадает в определенные законом пределы цитирования. Так этот небольшой текстик был в русском журнале опубликован, а когда через пару лет у Саши Кононова возникла необходимость перевести «Картонки Минервы», он, собственно, ко мне сам обратился. Вот так и получилось. Так и я с тех пор перевожу «Эко» и многое всякое другое. Ну, Баудалина ведь это не... Все романы Эко переводит Елена Костюкович. Да, это такой трейдмарк. Да. Это даже никто не пытается подкуситься. Знаешь, Баудалина у меня тоже никто не называл, но там есть совершенно замечательный один момент. Вот этот герой, про которого ты сейчас сам скажешь, у него была совершенно замечательная способность, кроме знания языков. Всему, что он рассказывал, люди верили. Вот это, мне кажется, что для писателя вот этот дар, конечно, совершенно уникальный. Я даже не помню, приходила ли эта фантазия кому-то, кроме Эко, в голову. Ну, смотри, этот сам этот Баудолино, главный герой романа, он не писатель. Он по замыслу Эко, он такой гениальный пиарщик. Он, наверное, первый пиарщик в истории. Он пишет не тексты, он создает какие-то концепции, продвигает идеологемы. И опять-таки по замыслу Эко, именно он продвинул идеологему Святого Грааля, идеологему, что-то там еще, не помню, Священной Римской империи, Священной Римской империи, трех волхвов. В общем, вот все эти идеологемы, которые мы связываем с именем там, Фридриха Барбароссы, по мысли Эко придумал именно этот самый пройдоха Баудолино. Который был его приемным сыном по Эко. Приемный сын или воспитанник, там, в общем, близкий ему человек. Вот, и вот такой дар, действительно, это можно это считать как метафору писательства. Что настоящий писатель заставляет свои турусы на колесах нам поверить. Вот, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Ну, современного читателя обмануть трудно. Он всему уже, все уже видал, но некоторым это удается. И, собственно, поэтому мы здесь собрались, обсуждаем чьи-то чужие вымыслы. Фантазии. Не всегда фантазия. Чужие преломления реальности. Вот да. Я позавчера беседовал с Алексеем Сальниковым, да, этой книги его здесь нет, его новый роман «Оккультрегер». Это не фантазия, это его преломление реальности. Реально. Но очень такое своеобычное. Слушай, ну любая фантазия – это преломление реальности. Но это же не совсем из пальца высосанное. Да. Даже если это розовые единороги, все равно это какое-то преломление реальности. А самое главное – имеет тенденцию реализовываться в жизни самым неожиданным образом, как мы тоже знаем. Да, порой, к сожалению. Ну, к счастью, я даже не помню, были ли случаи, когда к счастью. Вот задумалась. И еще одна книга, которая в этом списке удивительна, но она такая, наверное, ты ее назвал, как я понимаю, естественно, не зря, это Нил Гейман. Это такая небольшая, маленькая, такая сказочная повесть Нила Геймана «Не молоко». Но молоко, к счастью. Хорошо, да, я с удовольствием о ней расскажу, и после этого буду вынужден откланяться, расскажу то, что, опять-таки, все очень просто. Я ее переводил.
книжек, которые я переводил. И я благодарен издательству АСТ, редакции Mainstream, что они мне поручили эту книгу, потому что эта книга относится к тому жанру, который я люблю больше всего, где приходится больше перепридумывать, чем переводить. Там очень, она вся построена на каламбурах, на играх слов, на двусмысленностях, на каких-то скрытых цитатах, значит, из... С девушкой мы можем поговорить отдельно. Просто на скрытых цитатах, и мне все это пришлось перепридумать. Ну, например, там какие-то возникают космические динозавры, которые поют песню, которая по-русски в моем переводе звучит «Ой, да то не вечер трудного дня». Ну и вот в таком духе вся книжка построена. Это давно было, я ее уже смутно помню, но, конечно, всякий раз перечитываю, когда она попадается в магазине, перечитываю с огромным удовольствием, и чего, собственно, я и вам желаю. Все-таки я вынужден откланяться, потому что там очень, очень жесткий сценарий на премии лицей. Я там должен вручать награду, призы от года литературы нашим победителям нашего народного голосования. И вот я вынужден откланяться, такая накладка, здесь все вот так вот галопом по Европам. Читайте книги, господа, в них много хорошего, полезного. И главное не то, что приятного, а главное много того, что позволяет нам предвидеть будущее на 1-2 шага дальше, чем те, кто книги не читают. Вот я так это путанно выражу, в общем-то, достаточно очевидную мысль. Спасибо тебе, дорогой Миша. Я надеюсь, что мы когда-нибудь продолжим, потому что тема хорошая. Я тоже надеюсь, что в будущем году, да, на том же месте, в тот же час. Хорошо, да. Будем живы, будем здоровы, будем встречаться на Красной площади. До свидания. Спасибо.